Она хрустит морковкой, она жует бананы. Единый хвост достался от папы обезьяны, от мамы заки ушки. И мы должны сказать, что веселей подружки нигде не отыскать. Забезу, забезу. Кто такой забезу? Уши, хвостик и веселье. Вот такая забезу, забезу, забезу. Кто такой забезу? Уши, хвостик и веселье. Вот такая забезу. Хочу летать. Однажды Забезу приснился удивительный сон. Она летела по небу вместе с птицами. Она сама была как птица. Ее тело было легким, как пушинка. Но вдруг... Забезу! Пора вставать. Мамочка, представляешь, я летала во сне. Вот так. Летаешь, значит, растешь. Мама, летать — это так здорово. Я хочу научиться летать. По-настоящему. Не все могут летать, как птицы. Так устроено природой. А я все равно научусь летать. Вот увидишь. Бадди, давай научимся летать. Главное, быстро махать руками. Не получается взлететь. Поднажми. Ой, перья! Бинго-фламинго! Чтобы летать, нужны крылья и перья. Я склею крылья и взлечу. Я по небу летать хочу. Хочу летать. Хочу летать, как птица. Бадди, это очень просто. Надо разогнаться, и тогда взлетишь. Полетели! Раскрашу перья в яркий свет. Давай быстрее! Забезу! Так взлететь не получится! Да, папуля, так не получится! Вот как надо! Подпрыгнем высоко-высоко и полетим! Выше дома я скачу! Посмотрите, я лечу! Ой! Забезу, может, поможешь мне шить? Мамочка, не могу. Я учусь летать. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я летать. Ай! Забезу, поможешь мне плести корзину? Папа, я занята. Учусь летать. Лечу, лечу! Я научилась! Ой. Опять не получилось! Я никогда, никогда не полечу! Обязательно полетишь! Только нужно набраться терпения и дождаться утра! А на следующий день Забезу выглянула в окно и увидела настоящий воздушный шар, который сделали для нее папа и мама. Оказавшись в небе,
Забезу поняла, как здорово, что рядом есть тот, кто исполнит твою самую смелую мечту. Это даже лучше, чем крылья. Яйцо с сюрпризом. Сегодня в гости к маме пришла ее подруга, тетя Дилли. Забезу, как ты выросла? Ой, малыш, какой хорошенький! Представляешь, милочка, я сегодня была в детском магазине. Нет ни одной приличной кроватки. Ни одной. Так забери колыбельку Забезу. Она нам уже не нужна. Заберешь? Она у нас такой миленький. Спасибо, милочка, конечно, заберу. А можно? Можно, пока вы за кроваткой на чердак пойдете, я за малышом присмотрю. Можно? Ну, пожалуйста. Главное, чтобы раньше времени не проснулся. А я тебе говорила. Ути-пути-пути, кто у нас такой миленький? Кто у нас такой... Василиса, как сделать, чтобы малыш заснул? Недавно папа подарил Забезу умную колонку, которая всегда готова дать умный совет. Чтобы малыш заснул, надо рассказать ему сказку. Точно! Дети любят сказки! В темном-темном лесу стоял красивый прекрасный пряничный домик. Его построила страшная-престрашная ведьма, которая очень любила есть детей. Все-все, не бойся. Больше не буду. Василиса, сказка не помогла. Что делать? Если сказка не помогла, искупайте малыша в теплой ванне. Что? И купание не помогло? Ну, не знаю. Попробуйте, что ли, колыбельную спеть. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. Ой, мамочки! Василиса, что делать, если яйцо треснуло? Если яйцо треснуло, сделайте себе омлет. 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 Сами справимся. Сейчас мы тебе залепим. Никто и не заметит. Так, так. Аккуратнее. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. Какая тяжелая эта кроватка. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Зайка, у тебя все в порядке? Все в порядке у меня, укачала я яйцо. Вот спасибо, хорошо, ну-ка дай его сюда. Перепутали! А вечером, за ужином, Забезу рассказывала папе о яйце с сюрпризом. Ага, да-да, понятно. Дилли нашла маму страусенка, так что все хорошо. Пап, мам, а когда я была в яйце, вы его точно с чужим не перепутали? Забезу! Зайцы не вылупляются из яиц. И обезьяны. Фух, это хорошо, это здорово. Значит, я ваша. Космическая пицца. Мама сегодня очень торопится на собрание мам. Там собираются все мамы и обсуждают, как им воспитывать детей. Ура, папа прилетел. Дорогой, ты как раз вовремя.
Я на собрание мам, а ты останешься с детьми. С ними надо поиграть. Есть поиграть! И еще их надо покормить. Есть покормить! Папа Забезу работает космонавтом. Каждый день летает на Марс и на Юпитер. Пока-пока! Ух ты! Зачем тебе в космосе столько зубной пасты? Это не зубная паста, а космическая еда. Хочешь попробовать? Нет, пошли на улицу. Ты обещал поиграть с нами. Оп. Все за мной! Может, сделаем перерыв? Нет! Вы разве не хотите есть? Нет, хотим играть! А если я сделаю пиццу? Ура! Пицца! Бом-тили-бом-тили-бом-бом-бом! Мне с сыром. Мне с грибами. С ананасом. С колбасой! Папа у Забезу – космонавт. Он может изготовить все, что угодно. Но что бы он ни делал, у него всегда получается космическая ракета. Ключ на старт! Поехали! Ох. Что это? Кажется, это пицца. А? Что такое? Пожар на корабле? Вкусная была пицца. С сыром. С грибами. С ананасом. С колбасой. Спокойно. Что-нибудь придумаем. Кто-нибудь хочет горчицу? Бинго-фламинго! У нас же есть космическая пицца! Настоящая, которую едят в космосе! Тебе пицца с грибами, тебе с ананасом, тебе с колбасой, а это моя с сыром! Как вкусно! Настоящая космическая! А можно добавки? Ну как вы без меня? Ракета не сбилась с курса? Все здорово, мам! Папа сделал космическую пиццу! Правда? Из чего? Из тюбика! Всем во всем помогатель! Как-то раз, собираясь на работу, папа сказал: Забезу! На небе появилась новая комета. Зови друзей. Сегодня вечером будем рассматривать ее в телескоп. Ух ты! Новая комета! Привет, Забезу! Когда комету будем смотреть? Вечером! Как папа вернется? Смотрите, смотрите, что я нашел!
какая штуковина! О, это наверняка инопланетяне потеряли. А я нашел. Красивая штучка, инопланетянская. Надо понять, что это, и поставить на службу землянам. Это, наверное, для вьющихся растений. Не, тут три ноги. Наверное, это быстрые ходули. Я понял! Это же инопланетянская антенна. Она для передачи мыслей на расстоянии. Вот о чем ты сейчас думаешь? Я думаю о яблоке. Только ты его все равно не достанешь. А вот так! Ха! Бинго-фламинго! Это яблоко-сбиватель! А еще этой штуковиной рисовать можно! Вот! Точно! Это же на земле рисователь! Лиза! А можешь комету нарисовать? Комету пока не умею. Я ее еще не видела. Ждете комету? Я хочу посадить 5 розовых кустов на одинаковом расстоянии. Можете разметить лунки? На одинаковом расстоянии? Легко! 1, 2, 3, 4, 5. Готово! Какой интересный у вас расстояние-измерятель. Я поняла! Боря, ты нашел величайшее изобретение в галактике! Всем во всем помогатель! День тянулся долго. Кораблика доставать! И друзья до самого вечера придумывали... От дождя спасатель! Как еще можно использовать их удивительную находку? Мячик-кидатель! Ура! Сейчас пойдем комету смотреть! Телескоп! Тут такое дело, земляне! Я установил штатив на пригорке за оградой, а теперь его там нет. А без штатива телескоп не поставить. Похоже, комета сегодня отменяется. Как отменяется? Почему отменяется? Стойте! У нас же есть... Всем во всем помогатель! Ха! Так это же мой штатив! Упс! Наконец, совсем стемнело, и на звездном небе появилась комета. Какая она красивая! Хорошо, что штатив нашелся. Да, красивая! Но жалко, что всем во всем помогатель не стало. Ничего, новый найдем. Ведь у нас здесь все, что хочешь, придумыватели. Идеальный порядок. Бадди, сидеть. Бадди, лежать. Молодец, умничка. Забезу. Какой ужасный... Беспорядок. Сегодня вечером мы идем в гости. Ура! А можно мы Бадди с собой возьмем? Можно. Ура! Мы идем в гости с Бадди! Просили прийти к 6. Так что нам пора собираться. Мам! А можно я надену свои новые розовые туфельки? Обязательно! И розовое платье. Розовые туфельки, розовое платье. Где же мои туфельки, любимые мои? Вот, ты тоже будешь нарядным. Где же мои туфельки, любимые? А где вторая?
Иди, ищи. Это не та туфелька. Пошли маму позовем. Она поможет. Забезу, ты уже большая и должна сама собираться. Посмотри, какой у меня идеальный порядок. Я за секунду любую вещь найду. Как же мне туфельку отыскать? Наведи в комнате порядок, и туфелька сразу найдется. Ладно, пойду наводить порядок. Идеальный! Скучная работа. Все прибрать как надо. Разложу одежду. Шкаф повешу рядом. Соберу игрушки в ящики обратно. Выставлю на полку книжки аккуратно. Чисто и красиво сразу станет спальня. Молодец, Забезу! Какой у тебя идеальный порядок! И сама ты красивая, как принцесса! Ну, бери Бадди и пошли! Бадди! Только что был здесь! Мы опаздываем! Бадди! 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 Идеальный беспорядок. И к тому же опоздали. Бинго-фламинго! Бадди! Бежим! Мы еще успеем! А вернемся, снова наведем порядок. Еще идеальнее! Настоящая звездочка. Однажды в детском саду решили устроить праздник и карнавал. Дети, вы не забыли, что через неделю у нас карнавал? Опять цветочками наряжаться? Мальчики-одуванчики, девочки-тюльпанчики? Нет, на этот раз одеваемся кто как захочет. Придумывайте костюмы какие угодно. Главное, чтобы вам самим они нравились. Ура! Карнавал! Бом-тили-бом-тили-бом-бом-бом! Чур, я буду великим ученым. Ух ты! Бал-маскарад. Я буду самой-самой-самой красивой балериной. Балерина? Классно. Элла, а ты кем будешь? Ту-ту! Ту-ту. Тумбочкой? Туфелькой? Ту-ту! Ту-ту! Тучкой! Ту-ту! 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 А, я поняла! Паровозиком! Ту-ту! Ту-ту! А ты кем будешь? Звездочкой! Хочу быть звездочкой! Только не знаю, какой у нее костюм. Звезда — это огненный шар газа, горящего пламенем. Она может разогреваться до 300 000 градусов. Да не надо мне огненного костюма! Хочу быть нормальной звездочкой, как на небе. Соко! Веди! А теперь что? Теперь ты высоко и светишь.
Похоже на звездочку? Совсем не похоже. И вообще, я что, весь праздник на горке буду сидеть и фонариком махать? Я знаю, что делать. Сейчас мы тебя мигом в звездочку превратим. Ну все, готова звездочка. Это не звездочка, это ежик какой-то. Репейник. Тючка-каючка. Да никакая я не злючка. Я хочу быть звездочкой, но костюм не придумывается. Забезу, не плачь. Может, найдешь на карнавал другой костюм? Воспитательница сказала, что костюм должен нравиться. А мне нравятся звезды. А что тебе еще нравится? Нравится, когда день рождения. Не подходит. Мультики смотреть нравится. Еще я петь люблю. Здорово. А попробуй спеть. Прямо сейчас? Ну, не знаю. Нужна какая-нибудь сцена, микрофон. Есть! Если очень звездочка, даже светишься. Забезу, миленькая, научи меня петь эту песенку. И меня. И меня, и меня. Конечно, научу. Берите за руки и повторяйте за мной. Если очень пожелать, кем захочешь, можешь стать. Так Забезу узнала, что для звездочки главное не костюм, а сиять и радовать всех вокруг.